Несмотря на холодную и ветреную погоду, сотни ребят собрались на площади перед мечетью Кул-Шариф. Именно здесь прошел ежегодный республиканский массовый флешмоб «Вальс Победы» под живую музыку. Я искренне всех нас поздравляю с этим наступающим великим праздником, праздником Победы. Я как внук участника Великой Отечественной войны желаю вам всем, вашим родителям, вашим бабушкам, дедушкам и вам здоровья, счастья, мирного неба. Давайте, ребята, помните этот праздник. И вам огромное спасибо за то, что вы откликнулись на этом мероприятии, событии. Это очень важно и для нас, и для вас. Несколько недель подготовки, репетиции и генеральный прогон уже на самой площадке. Все это для того, чтобы пару минут станцевать тот самый вальс победы. Участниками мероприятия стали 300 волонтеров, это 150 пар. Школьники, студенты, активисты, добровольческие патриотических отрядов исполнили танец в память о подвиге советского народа. От Казанского федерального университета участие приняли две пары. У нас было несколько репетиций, чтобы все это выучить, чтобы выстроиться правильно по линиям. Все-таки это довольно нелегко взять и научить более 200 человек танцевать синхронно одни и те же движения. Сложность была в том, чтобы не касаться друг друга, это во-первых, ну не наступать на ноги и тому подобное. И собрать весь коллектив. Зрителями импровизированного концерта стали случайные прохожие туристы. Следом за вальсом победы состоялся флешмоб «Мы помним». Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз.